Всем привет! Недавно обнаружил подводный камень, то есть называю зона глюка китайского датчика движения миниатюрного исполнения. Как многие видели, я много роликов уже показывал его, есть тут один подводный камень. Вот сегодня мы будем разбирать. Дело в том, что датчик движения этот, оказывается, имеет несимметричную картинку. То есть, допустим, когда вот на желтом Y вот это и диод стоит, когда анод и, разумеется, синим через резистор идет мегаомный, он работает, когда на желтом анод. А вот даже когда на желтом катод, то есть когда он, датчик движения, запитывается другой полуволной, в этом случае датчик запитывается, когда работает отрицательной полуволной относительно вот это. А вот когда датчик движения запитывается положительной полуволной, то есть когда катод на катоде плюс, когда катод подключен к желтому проводу, то есть к выходу, датчик движения мигает. То есть не мигает, а нагрузка мигает. Напоминаю, что в данном случае речь идет только работа, совместная работа датчика движения со светодиодными лампами, исключительно с импульсным драйвером, совместимы со специализированной схемой подключения. То есть не мерцающий на камеру мобильного телефона, работающий от одной полуволны. Вот, допустим, я возьму на примере каньон. Сейчас соберу я по правильной схеме. То есть, когда у нас анод подключен к желтому проводу. И когда катод подключен к желтому проводу, катод 11407. И как будет вести этот датчик движения в обоих случаях. Посмотрим, как он будет вести, покажу. Дело в том, что вполне возможно, кто покупал эти датчики с этим глюком, возможно, знаком. То есть, в данном случае у него светодиодные лампы мигали частотой 1 Гц. Вот сейчас я это покажу. Изменяя только поменять местами полярность диода, катод на анод, и, разумеется, он имеет себе картину совершенно другую. Дело в том, что другие датчики, которые я сталкивался, они имели, соответственно, одинаковую картину. Там им без разницы, где катод, анод. Там что можно и анод на выход, что катод на выход. Они вели себя одинаково. Так вот, на этом ролике я покажу, как он себя ведет при разных положениях диода. То есть, в данном случае, когда анод у нас будет на желтом, вот который он работает, который я ролики показывал, и который на катод, которая она мигает. Сейчас я покажу. Это просто тем людям, которые, возможно, если датчик движения подключают по специальной схеме, там, вместо выключателя, там, что, возможно, с этим придется столкнуться или сталкивались. Дело в том, что датчик движения у меня один. Я не могу сказать, что именно другой датчик будет именно вести себя так, но, как показывает практика, если один датчик движения ведет в одной схеме так, и другой также работает абсолютно так же. Они, то есть, себя ведут абсолютно так же. Либо они не работают все, либо все работают. Единственная разница, что от конкретного экземпляра датчика только разница длительность включения, длительность задержки после включения. Она бывает разная. Один датчик может через 10 секунд включить нагрузку после включения питания, а другой может включить через, допустим, через 5 секунд после подключения питания. То есть они немножко разнятся по переходному процессу. Ну, в общем, вот у нас шнур питания. У нас вот лампочки, патрон лампочки. Начинаем собирать. Так, вот это у нас здесь 1N4007. Я сейчас первый положу вот анод. Анод — это где кольца нет. Соответственно, я подключаю его. Соответственно, как правильно. Сейчас по этой схеме будем включать. Таким образом. Сейчас посмотрим, как он будет себя вести. Так, датчик движения, если кто не знает, имеет задержку фиксированную 45 секунд. Неотключаемое фотореле. Настроено режим ночь. То есть, когда светло, он не включается. Еще этот датчик движения имеет такую особенность, то что при включении постороннего освещения, почему-то он тоже включает нагрузку. Вот это я не знаю. Так, я сейчас поставлю резистор. Резистор 1 мегаом. Он такой маленький. Ну, резистор мегаомный, там не обязательно большую мощность рассеивания. Так. Лучше ставить резистор 470 кОм.
Так лучше понадежнее, чтобы ток побольше было. Ну, я поставил мегаом. Мегаом, так мегаом написано. Так, это мы соединили. То есть точка соединения вот эта вот. И вот, соответственно, мы должны подключить синий. Синий любой, любой можете, или короткий, или длинный. Я подключу длинный. Короткий я освободил. То есть подключаем и, соответственно, к резистору. Вот сюда. Где у нас отдельный провод резистора? Так. Так, это соединили. Теперь нужно, соответственно, коричневый мы подключаем. Ну, как к фазному проводу. Вот. Я возьму клемму ВАГУ. Ну, вот, соединю. Так. Раз. Два. Так. Теперь это у нас, разумеется, здесь мы сделаем отвод. Это у нас так называемый выход. Вот я сейчас. Выход на нагрузку. Соединяем. Я это вижу, что это первый тип датчика, который действительно ведет себя по-разному. Зависит от полярности полуволны. До этого мне попадались датчики, то есть работа симметрично. То есть полярность им без разницы. Что когда катод к выходу, что анод, они работали себе одинаково. А этот ведет себя по-другому совсем. Я это, честно говоря, выявил, когда я вот записывал вот такой ролик. Вот такой ролик. Тут, разумеется, идет коммутация положительной и отрицательной полуволны запитки. Разумеется, при это положительной полуволны датчик, если по отношению вот к этому, датчик движения у нас не работает, а при отрицательной работает. Вот когда, то есть у нас анод на Y, то есть у нас при отрицательной полуволне запитки, потому что на аноде минус, когда идет, у нас он у нас... это работает, а при положительной полуволне, когда относительно этого запитки и датчика движения, он у нас почему-то начинает нагрузка мигать. Вот, я предупреждаю тех, если кто собирает, действительно сталкивался с таким датчиком движения, если у кого что-то не получилось, я не знаю. Так. Я просто предупреждаю, что в случае возможной проблемы, что такая проблема может быть. Я лично запорол ролик, который, честно говоря, полчаса длился. Я это, честно говоря, не ожидал такого эффекта. Так, это у нас, соответственно, выход. Так. Ну вот сейчас на нем ставим конденсатор. Так, отвалилось. Так, сейчас зари. Ну вот сейчас конденсатор поставлю и наверх ее подключу лампочку. У нас патрончик с лампочкой, не, точнее, пока патрон не заряженный, как говорит Сергей Панагушин. Так, ставим конденсатор. Все, теперь вкручиваем лампочку и смотрим, как она будет себя вести. Так, убедитесь обязательно, что соединение сделали правильно. То есть, вот видите, вот это последовательное соединение, вот оно. То есть, в разрыв. Вот разрыв провода, вот он, всего один. Вот тут
замкнутый круг получается, вот. То есть соединение двухпроводное. Вот он. Соединение, что двухпроводное. Обязательно проверьте соединение, иначе можете сжечь датчик в случае ошибки. Такое у меня уже было один раз. То есть с другим датчиком движения. А такие датчики движения, они практически не ремонтируются. То есть вы его не отремонтируете, а выбросите в помойку. Так, все. Подключаем. Так. Свет горит. Сейчас он... Надо выключить свет. Так. Так. Ну вот. Светодиодная лампочка у нас включилась. Начинаем отсчет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Сейчас глянем. Я не двигаюсь. Может быть, я двигался, сейчас обнулился счет. Сейчас посмотрим. Такс. Вот, все. Датчик работает корректно. Сейчас я рукой справа. Все включается, видите? Рукой справа. Все корректно работает. Сейчас датчик погаснет, я включу свет и поменяю местами полярность диода 1N4007 и посмотрим, как он себя будет вести в этом случае. Напоминаю, что здесь надо применять совместимое светодиодное освещение с импульсом из точки питания, либо драйвером, не мерцающий на камере мобильного телефона и способный работать от одной полуволны. Я это практически в любом видео делаю. Так, все нормально. Ну, сейчас я по 10 секунд подожду. Ложно не включается, как видно. Все четко работает. Датчик все четко отрабатывает. Я 2 дня его тестировал так. Правда, сбоев не было. Так, я сейчас встану. Он должен включиться. Так, включился, правильно все. Сейчас подаю напряжение. Так, ну, в принципе, дальше смысла, я думаю, не стоит. Я выключаю питание, потому что надо проверять. На всякий случай я выключу питание обязательно. Раз, и щелчок. Ну, на всякий случай, чтобы током не долбанул, заряжен конденсатором. Понимаете, короче, вот видите. Вот здесь вот это у нас анод. Где нет кольца, а это катод. То есть сейчас я поменяю полярность диода. Только лишь полярность диода переверну на другую. То есть подключу к желтому катод. А анод, соответственно, я подключу вот по этой схеме. Вот только поменяю. Эта схема только этим отличается. И как сейчас у нас датчик будет движение, я покажу, как он будет себя вести. А вести он себя будет по-другому. Увидите сейчас. Так, все я соединил. Тут уже, видите, катод. Как вот это по этой схеме. Сейчас посмотрим, как он себя будет вести. Так, включаю агрегат. Так, сейчас фотореле функционирует. Сейчас я выключу свет и посмотрим, как он будет у нас работать. Вот и все. Видите? Все. Мигалка получается. Вот, возможно, кто-нибудь и сталкивался с такой ерундой. То есть, изменив полярность диода, на другой, вот видите, такой фейерверк. Чик-ч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 ик. И вот, показываю вот. Ну, дальше я считаю, смысла нет уже. Сразу видно, что схема в таком случае не работает. Поэтому я сейчас включу свет. Выключу. Как только включил свет, сразу погасло. То есть фотореле отрубил у нас датчик движения. Вот такие особенности. Если кто-то, может быть, сталкивался с этим. Так. Что касается селективных схем,
Здесь полярность диода обязательно надо, вот, то есть должен анод подключен к выходу, вот тут вот. Если у вас схема работ не так, допустим, вот этот провод на вот этот провод перепутан местами, то есть не так, вы меняете в схеме декодирования, то есть которая в головной части вот есть вот, тут диод, вы просто меняете местами полярность этого диода. То есть не здесь, иначе в противном случае, если вы поменяете здесь, ну если у вас работа неправильная, селективность нет, либо вы включаете обе нагрузки одновременно, то есть нет селективности, это я такие ролики делал, поэтому имейте в виду. Итак, схема это непосредственная, вот видите, всего разница в полярности подключения диода, а картина уже совершенно другая. Как видите, в первом случае датчик у нас отрабатывал корректно, когда анод у нас сидел на этом, когда отрицательная полуволна по отношению запитки вот это, либо положительная, если считается запитки нагрузки. Запитки дальше отрицательная тут получается, а запитки нагрузки положительная. Здесь наоборот, запитка нагрузки отрицательная, запитка датчика положительная. То есть в данном случае от полярности тут все этот датчик сильно зависит. То есть в этом случае полярность диода здесь не работает мигая, то есть мигает он. А вот в этом случае у нас работает корректно. Вот. Поэтому вполне возможно с такими глюками, возможно, кто-то сталкивался. Я предупреждаю сразу то, что такое может быть. Этот датчик, к сожалению, очень критичен к полярности запитки. Ну, кто, разумеется, в этих схемах разбирается, он меня поймет, о чем идет речь. А для простым языком соблюдайте полярность. Анод должен подключен обязательно к желтому проводу, а не катод. Вот. Так что я предупредил, я рассказал о возможной проблеме и такого датчика движения. В данном случае у меня еще подойдет один с регулирующей от 3 секунды 45, регулирую задержку 3 ступенчатые, 3 секунды, 45 секунд и 3 минуты он может выбирать. Все-таки полтора месяца он что-то никак не приходит. Не знаю, придет, не придет. Но я, разумеется, на своем канале покажу. Ну, в общем, все. В ближайшее время я планирую обзор новых 15 ламп. Завтра я их получу с Озона. И буду делать обзор на каждую светодиодную лампу. Светодиодные лампы в основном бюджетного класса. Стоимость которой в районе 100 рублей. Вот будем смотреть. Эрголюкса там штук 7, по-моему, или 8 только. Ну, как известно, кто смотрел на канале моем, эрголюкса нам, в принципе, не понравился, но у ней радиатор хреновый. Ну, то есть длительно эту лампу светить нельзя. Ну, в общем, все. Я предупредил о возможных глюках таких. Да, и еще, если кто хотел разместить датчик возле выключателя, я показывал, то я не знаю, у меня сейчас там талмуд схем, неохота. Там надо подбирать резистор. То есть резистор, который параллельно нагрузке идет, и резистор параллельно, который идет параллельно диоду, если кто это пытается сделать. Надо соотношение такое сделать, чтобы, во-первых, у нас светодиодная лампа не мигала, это первое, мигания не было, и чтобы датчик движения у нас работал корректно. То есть запитан отрицательно полуволной, чтобы он... Дело в том, что эти датчики движения, когда у нас включал нагрузку, на нем отрицательная полуволна просаживалась, и поэтому он начинал мигать. То же самое в миге. Если стоит вот резистор, вот, который у нас был, кто помнит, параллельно диоду, если его номинал уменьшить, то тогда мигала светодиодная лампа, потому что напряжение на нем становилось большое, либо она могла засветиться. Ну, не засветиться, мигать бы стало. Вот надо именно сделать такой компромисс, чтобы работал корректно датчик движения, и, соответственно, лампа не должна мигать. Все. Ну, в общем, я ответил на некоторый вопрос, что, возможно, кто-то сталкивался с этим. Я поэтому предупреждаю, что этот тип датчика движения, в отличие от остальных, которые я показывал, он сильно зависимости от полярности запитки. То есть при отрицательной полярности запитки вот это вот, он, где оно тут стоит с выходом, у нас он работает. А вот если при положительном запитке, у нас, соответственно, не работает, то есть мигает. Я показал. А возможно, в глюках. Всем всего доброго. Желаю успехов, если кто хочет
повторить такие схемы. Не забывайте, что схема работает только совместимо с светодиодными лампами. То есть другие светодиоды лампы и нагрузку здесь принять нельзя. Я это предупреждаю на каждом своем ролике, посвященном таким схемам. Все. Всего доброго.